лежу в моей такой эксклюзивной кровати, смотрю фильмы по моему ноутбуку, отдыхаю. И на мой телефон пришла смс. Пришла смс, спрашивают, чтоб я, говорят, что им написали, что два адреса хотят заказать мне продукты. И спрашивают, по какому адресу доставить вам продукты? Вы имеете в виду на Комендантский или в Петергоф? Ох, так хочется свежей клубники со сливками. Ну да, мороженого фисташкового. Ох, я еще люблю, знаете, эти креветки и салмоны терияки, лобстеры, омары, свежие салаты зеленые, огурцы, помидоры. Ну что, если по баджету? Ну знаете, если по баджету, хотелось бы, конечно, огурцов, помидор. Бананов, фруктов, овощей. Все для салата оливье. Кстати, салат оливье я люблю готовить с тунцом. Знаете, такие банки тунец. Ну да, зеленый горошек, майонез. Картошечка, морковочка. Все для салата оливье, для крабового салата. Свежие соки. Кстати, из мясного я люблю, знаете, эту колбасу твердого копчения. Конечно, мандарины. Новый год, мандарины. Хочется еще этих фонариков, таких ярких фонариков, знаете, новогодних. Ох, да, люблю эти торт тирамису. Представляете, какая сейчас техника? Так вот смотришь по ноутбуку фильмы, лежишь в шикарной кровати, смотришь фильмы. Можно себе, а у меня ноутбуком, я заснимаю. Заснимала и мой лайф-джорнал, конечно, заснимала и моим фотоаппаратом, а также ноутбуком. До 3 часов видеосъемочки. Подумала, сейчас встану, одену красный бюстгальтер и как-то так это, знаете, вот это вот себя так это поближе, знаете, в этом красном бюстгальтере. А потом думаю, хорошо, сейчас сделаю пробную видеосъемочку. Кстати, сегодня на такой поздний завтрак, как в Париже, я кушала пельмешки. Кушала пельмешки, которые делала, ну, поздно. Вчера поздно вечером кушала даже пельмешки. Варила горох, пюре из гороха. В общем, пельмешки с горохом. Когда меня спрашивают, ах, вы накупили там 10 пачек гороха. 8 или 9 этих килограмм, этих пачек, под 2 кило, 16 кило муки, столько масла подсолнечного. Вы любите горох? Нет, я люблю лобстеры, омары, свежую клубнику, чернику, фрукты, бананы, виноград, груши. Как там, грушка? А, еще я люблю тирапольские пироги клубничные. Клубничный тирапольский пирог. Еще я люблю очень черешню. Помидорки черри, майонезик. Можно даже японский лучший майонезик. Сейчас я вам покажу эту смс. Я же вам там написала. Я там загружаю. У меня там
на кухне, в моем гранд-ресторане, на другом компьютере я загружаю мои видео, мой лайв-джорнал. Так что вот, сделала вам комменты. Ну зачем мне стримы? Понимаете, я заснимаю себе сама, сейчас выложу, пожалуйста, вот у меня свои стримы. Вот Татьяна Салмана, свои стримы. Как я вам там написала, кому нравится мой лайв-джорнал, моя творческая студия позитивного мышления, you're welcome. Может перечислить мне деньги на мою карточку Bank of Tinkoff. Номер там посмотрите ВКонтакте. Татьяна Салмана через дефис, Мактум Сайфуден через дефис. А по поводу продуктов, сейчас я смс вам покажу. Так что вот, я думаю, что это мужчина прислал смс. Вряд ли это была женщина, мужчина. Я буду очень благодарна, если вы мне пришлете продукты. Вы знаете, на моей странице и в Facebook, и ВКонтакте у меня друг Дима Егоров. Так что вот. Дима живет в Петергофе. Вы напишите Диме в сообщение или на Фейсбуке, или в моей странице ВКонтакте и пришлите ему продукты. Я просто адрес не буду вам говорить, по какому мне адресу присылать продукты. Я подумала, может быть, как говорится, телефон указали. Если телефон указали, они уже могут как бы позвонить. В общем, как-то вот это, ну, лучше Диме. Вы напишите Диме, что вы хотите ему заказать продукты, и спросите адрес, по которому, чтобы ему привезли. А он мне привезет. Дима Егоров мне привезет продукты. Так что вот. Я просто не хочу говорить адрес, по которому, так скажем, ну, понимаете, такая ситуация. Вы меня поняли, да? Ситуация такая уникальная. Или перечислить деньги на мою карточку Bank of Tinkoff, или тогда Диме напишите, спросите, по какому адресу ему доставить продукты, чтобы он эти продукты привез мне. Ох, я такая богемная. Я буду вам очень благодарна. Сейчас я вам покажу эту смс. Даже телефон покажу. Ах, такая вся шикарная. Шикарная, эротическая. Ну что, вашу смс-ку я удаляю. Если честно, честно вам сказать, я не знаю, как вам даже, как мне по телефону, я смс-ки не посылаю. Я не знаю, как тут набирать надо, что такое. Я вообще не пользуюсь смс-ками, я смс-ки никому не шлю. Да вот. У меня своя система, свои стримы. Если мне надо, знаете, я засняла 20 тысяч видео. И огромное количество видео я засняла до 12 часов. До 12 часов видеосъемочки каждый день. Такие мои, знаете, вот эти вот. Есть дни, когда я там заснимала даже огромное количество. Ну вы поняли, да? Часов. Ох, чтобы еще так волосы красивые. Ох, это красиво. Я просто нажимаю, знаете, вот у меня система такая, нажимаю, вот там мой этот, такие кнопочки здесь, у меня система отработана на моем ноутбуке, он меня заснимает, потом я такая стоп на флешечку, на компьютер, смс-ки я не посылаю. Кстати, поздно ночью я пересматривала фильм, знаете, с этой актрисой Орловой «Весна». Институт солнца, институт солнца, в общем, на самом деле. Любовь Орлова такая-то, очень известная актриса. Так что вашу смс-очку я стерла. Что тут еще по поводу телефонов? Стерла, тут еще несколько телефонов мне звонило, но это какие-то тут, что я не подходила, наверное, Bank of Tinkoff хочет 1000 рублей. Это я застираю эти телефоны. Просто к незнакомым номерам телефонов я не подхожу.
Я бы могла сказать. Ну да. Творческая студия позитивного мышления, сила позитивной мысли. Татьяна Салмановна, Махтум Саев, один слушает. Сегодня, в принципе, я не планировала заснимать видео, в принципе, как вы поняли, там, когда я там мой лайф-джорнал заснимала, я заснимала себя как-то и в кровати, такая вся такая, в общем, ну, как бы из Просперуси, с этим, с моей кошкой из Просперуси, как бы там в эллинге и с Матильдочкой из Просперуси, такие, знаете, у меня различные, ну, в рамках моего лайф-джорнала, и с Васики, котенок Вася.ком, карта Альфа-банка работает сама, ну и так себя, вот, а уже в рамках творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли, я уже не заснимаю себя, конечно, в кровати, но, знаете, у меня еще такое актерское мастерство, а потом я подумала, понимаете, я такая, я просто вам показываю. Вы интересуетесь, а я вам отвечаю. Вы спрашиваете, а я вам отвечаю. Ваша смс пришла, когда я вот так вот. Я вас просто, знаете, вот покушала. Проснулась уже поздно, легла я рано, проснулась поздно. Встала, посуду помыла, покушала, приготовила себе такой завтрак. Вот. И легла смотреть фильмы новогодние. Ваша смс стала как раз меня вот в шикарной моей кровати. Здесь у меня телефон, здесь у меня компьютер. Я подумала, ну не знаю, сейчас одеться, пойти на кухню Гранд Ресторан, для себя как-то заснять это видео, ваше смс заснять. И потом подумала, ну хорошо, я такая сейчас сделаю, в принципе, в кровати видеосъемочку. Так что вот. Вот достаточно близко стоит ноутбук, я так вот смотрю, потому что, чтобы можно было дотянуться, рекламу застереть, потому что реклама такая обычно ненужная, там, знаете, вот это идет среди фильмов. Вот такие вот дела. Кстати, что вы там как-то растерялись? Я опубликовала вчера видео, хотели какой-то проект мне предложить, сняться в каком-то документальном проекте. Я вам оставила сообщение, чтобы вы тоже Диме написали по поводу вашего проекта. Дима мне ответил, что надо поинтересоваться по поводу гонорара и так далее. Я спросила у Димы, попереписывалась там в личке с ним вчера. Он сказал, что никто ему ничего не написал. Что вы так растерялись? Так что я вам там пишу в таком брендировании, да, стримы. А ну а что стримы? Открывают кошелек, понимаете, открыть на ТикТоке прямой эфир. Я сейчас это видео, как говорится, знаете, я это видео сейчас быстренько на флешечку и быстренько на мой канал этого ВКонтакте, мою страницу. 17:37 показывает мой телефон. Я вот заснимаю мои видео там, ну если быстренько так, это быстренько туда, вот это, если видео небольшое, я в течение там, вот сколько, смотря за сколько я засниму, быстренько загружу, считайте, что у меня свои такие стримы. В этих стримах открывают прямые эфиры, кошелек, сидят. Я там смотрела сегодня такую там красотку с таким брутальным каким-то мужчиной. Она с каким-то мужчиной там переговаривались, какие-то ей там комплименты, что-то там, какой-то ерунде они там говорили, по типу это стримы, рассчитывая, наверное, на ее привлекательность, чтобы денежки в кошелек перечисляли. Ну как это можно назвать? Открыть на ТикТоке страничку, открыть стрим на ТикТоке, открыть кошелек.
сидеть в прямом эфире, и что? Если бы они просто сидели в прямом эфире, они же открыли кошелек, они надеются, на что им будут перечислять денежки туда. Так что вот. А вот Татьяна Салман и свои стримы. Я вот вам заснимаю стрим, кому нравится, показываю, знаете, как я живу. У меня огромное количество видеосъемки, Live Journal, больше 500 видео на моей творческой студии позитивного мышления, так что два мои канала YouTube, Татьяна Салман и Махтум Саев, один на русском, на английском языке, там больше 7000 видео, на каждом видео я. Кому нравятся мои видео, кто их смотрит, пожалуйста, you're welcome. Смотрите, я вам там опубликовала. Глеб же отправил денежку, значит, можно перечислить. Так, это раз. Номер набрали, банк Тинькофф, номер моей кредитной карты. И кто сколько хочет, перечислили денежку. Так что вот, вот, пожалуйста. Также публикую мой номер телефона, моей творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли. Можно перечислить на мой номер телефона, но лучше, конечно, на карточку кредитную, потому что мне там еще 1000 рублей по этой карточке нужно, они у меня звонят каждый день несколько раз, чтобы я 1000 рублей перечислила. Я должна им, у меня эта карточка кредитная на 7000 рублей. 1000 рублей я им там, в общем, должна по этой карточке. Ну что, я буду уже это видео стоп делать. В общем, что сказать, я надеюсь, это мой волшебный компьютер записал это видео. Сейчас, кстати, буду варить себе кашку, в общем, редко достаточно, помню, я всего один раз варила, у меня эта кашка есть, как там, как она называется там, даже вот это вот, забыла, кукурузная, сейчас буду варить себе кукурузную кашу. Вот, и вообще хочу попробовать сделать пельменешки с кукурузной кашей, потому что, в принципе, кукурузная каша, мне кажется, что она все-таки отличается от других каш, хотя я ее ела, по-моему, всего один раз, ее, в принципе, достаточно давно, не очень долго варить, я только лучше подольше поварить, вот. Ну что, 18 минут позитива со мной, с Татьяной Салман и Махтум Саев. Да, это 18 минут позитива. Вот такие вот дела. Сейчас уже буду так выключать.